описание приложения или игры. Что же может быть цены? Зачем? Ну, прежде всего, это набор готовых интерфейсов и функций, в том числе математических. Можно даже сказать, что это не является частью, что же говоря, цены, а вообще только платформа, но цены привнес уже достаточно много полезных вещей. Есть контент пайплайн, опять я его упоминаю, опять говорю, что посмотрите на чуть позже. Есть, естественно, поддержка как двухмерной, так и трехмерной графики. Ну, принято говорить, что условно это на уровне DirectX9, хотя, конечно, сильно попроще, просто некоторые возможности, которые присутствуют в цены на телефоне, они появились в девятке. И, конечно, поддержка шейдеров. Как правило, на это обращают внимание, но примерно с этим, я бы обратил внимание на то, что шейдеров всего 5, они встроены, и на сегодняшний день пока свои шейдеры создавать нельзя. Это определенные ограничения, неприятные, но с ним приходится жить. Если говорить для что такое цены просто для разработчика, то это прежде всего вся мощь .NET Framework, C-Sharp, причем его, так сказать, последних редакциях, скорее даже предпоследних, включая дженерики, линки и другие полезные вещи. Тот факт, что игры запускаются как управляемый код, помимо очевидности, да, обеспечивает прежде всего безопасное выполнение кода в части безопасности для, собственно, остальных приложений и операционной системы в целом, а значит стабильности всего телефона. Это упрощенное управление памятью, да, опять же, кто-то считает плюсом, кто-то минусом, большинство все-таки плюсом. Отсутствие необходимости явно освобождать память, это хорошо, это не значит, что не надо управлять ресурсами, но все. Ну и, конечно, поддержка трехплатформ, как я уже сказал. Трехмерная графика поддерживается. Причем мы за счет, опять же, такой строгой сертификации стараемся сделать так, чтобы ускорять можно было все аппаратно, что вообще можно ускорять в приложении. Перейдем к важной части, это, собственно, игровой цикл. Как много здесь сидящих разработчиков игр? Мало. А как много здесь сидящих людей, которые по Windows разрабатывают? Гораздо больше. Ну, на самом деле, типичный игровой цикл, он, ну, если сравнивать с Windows, и то, как, например, Windows приходилось разрабатывать приложения, обрабатывающие, например, код свыше, они очень похожи. То есть это непривычная нам сегодня модель реакции на события, когда у нас есть интерфейс, какие-то элементы, это система обрабатывает и посылает нам события. Это просто. А игровой цикл, на самом деле, такая бесконечный процесс вычисления сцены, определения того, куда там пользователь нажал, определение того, что произошло внутри нашего игрового мира, в силу неких процессов, которые там происходят, движения, что-то еще, коллизии и так далее. И обновление. И так вот все время по кругу. Для по себе, знаешь, человек, который до этого пытался долгое время в таком режиме программировал, снова в него влиться немножко тяжело. Цена это упрощает, но, тем не менее, окончательно не избавляет от него. Можно лишь только сказать, что в цены схематично игровой цикл выглядит вот таким образом. Мы загружаем контент через контент-пайплайн, это кстати, можно и в процессе делать. А мы производим обновление нашего мира, то есть пересчет параметров, да, результат. Ну, все предельно просто. Тем не менее, типичное сервер-лайт приложение имеет отличие. Ну вот так примерно это выглядит в входе, незамысловато. Что же такое контент-пайплайн? Я его уже три раза упомянул. Это, по сути, набор API для загрузки ресурсов, которые прилагаются в вашей API. Это модели, текстуры, звуки, изображения какие-то и всего остального. Ничего из ряда вон или какого-то хитрого, что-то изобретено не было, когда делали контент-пайплайн. Просто когда разрабатывали цены, столкнулись с тем, что таких очень хороших, квалифицированных и понятных, расширяемых самые главные API,
в общем, не так уж и много. Ну, не говоря, чтобы, не говоря о том, чтобы сделать его один на большое-большое-большое количество игр. Расширяемость, я недавно упомянул о том, что вы можете писать свои так называемые импорты для прекрасных форматов, собственно, изобретения. Ну и есть, собственно, встроенный импорт, если надеюсь, вы на кого-нибудь. Вы можете на них вот так бросить себе. Про 5 эффектов я уже сказал. Перечислять я их не буду, хотя их всего 5. В большинстве случаев, как показывает, в общем, многообразие игр, написано в том числе с фотоном и концептом, их хватает. Я постараюсь продемонстрировать вам некоторые из них. Пользовательский год. Ну, собственно, это еще одно достоинство кросс-платформы и цены, я имею в виду три платформы, которые сейчас работают. Потому что, в общем, очень похоже на то, как работает пользовательский год на трех платформах с точки зрения обработки событий. Но при этом у каждой платформы есть свои особенности. Прежде всего, у Windows Phone 7 есть Touch API и дополнительные сенсоры. На сенсорах мы остановимся отдельно, это, наверное, самая интересная часть семинара. А сейчас переходим к звуку. Звук и цены, и вообще вся платформа Windows Phone, как ни странно, тоже поддерживает. Причем, ну, звук и поставить. Это, собственно, может быть звук как таковой, для которого мы можем генерировать, или какие-то звуковые эффекты, которые мы проигрываем и микшируем. А с другой стороны, это может быть, собственно, музыка. Мы как, плавно переходя к таким мультимедиа возможностям, можно уже говорить про фото и видео. Опять же, ничего из этого выходящего, тем не менее, это есть. Это уже многократно тестировано, активно используется и, соответственно, активно совершенствуется. Вот сейчас я так быстро-быстро пробежавшись галопом по цены, попробую вам его показать. Кстати, одним немаловажным достоинством инструментов разработки для этого услуга является их аккумулятор. Сейчас мы можем даже его увидеть. Сделаем на эту паузу. Но пока это происходит, скажу, что Kinect недавно стоит. Он под конец нашего семинара будет полноправным участником демонстрации. То есть я его просто так быстро. Хотя в программе никак заявлен не был. Итак, вот все, о чем я говорил. Байсерское приложение сделано для их цены. Тут, кстати сказать, без участия Silverlight вообще. Я вам сейчас просто буду показывать некоторые вещи. Тот, кто занимается играми, для них, ну и хотя бы теоретически теории знает про компьютерную графику, для них это новости ничего тут не будет. Да, ну кому-то просто надписи подскажут, что это, собственно, такое. Да, например, вот. Она очень простая. Ну и в действительности иллюстрирует тот факт, что если заранее сцену подготовить в 3D-максе, она, будучи условно довольно сильно нагруженная, достаточно бодренько бегает. Да, ну что бы еще показать, вот, например, эта вещь. Да, всем понятно, что такое количество кошек в реал-тайме считать сложно. Вот, но они считаются за счет вот как раз цены из API, ну, который, по сути, является в данном случае достаточно базовым эффектом для трехмерной графики. Вот это мне очень нравится. Меня на самом деле с теоретической базой обеспечения не очень хорошо, поэтому может кто-то из аудитории мне подскажет, как правильно назвать то, что иногда называют дифракцией в тоннеле, иногда просто эффектом в тоннеле. Какое у него правильное название? Кто не знает? Нет, видимо, я так и останусь, не видно. Что еще мне показал? Вот так, я показал. Ну, собственно, это вот расчет освещенности заранее, который часто людям применяется, чтобы не нагружать графику, так же точно рассчитывать заранее, в том же 3D Max освещенность.
картинки уже накладывают индикатор освещения. Ну, вот так это примерно работает. Сейчас я найду, где у меня кнопка стоп в этом разрешении экрана. Видимо, не изведено, не проще. Там, в общем, сути, это не нужно, но я не закрою. Вернемся к презентации. Она себе вернула. И расскажу вам про сенсор. Моя любимая часть. Первый сенсор, который традиционно как-то редко называют сенсором, но тем не менее он таковым является, это камера. Сенсор для камеры, как это ни странно, появился только в манго-версии, так называемой версии операционной системы 7.1. И появился в двух ипостасях. Первая ипостась — это класс фотокамеры. Он, я бы сказал, ну, во-первых, он типичен только для Windows и не является портированным, как бы другой уже существующий наш платформ. А во-вторых, позволяет осуществлять такой, скажем, условно низкоуровневый доступ к фотокамере, только контроля вспышки. Они, наконец, импортировали существующие API веб-камеры из Silverlight, что позволило посмотреть запись видео, ну, какие-то еще вещи, которые характерны были для Silverlight уже в течение достаточного количества лет. Кстати, сказать, их можно использовать совместно, соблюдая определенные приличия совместного использования API, в том числе и в играх. Камеру, ее в общем случае использовать проще. Некоторые особенности камеры Mac, если вы собираетесь писать видео, то оно будет писаться в формате MP4, хотя контейнер используется Windows, не все устройства, кстати сказать, поддерживают работу со вспышкой, но честно скажу, я через наверное прошел много устройств, хотя не все функционалы прошли. Много прошло, и они все поддерживали работу со вспышкой. Ну и, конечно, если вы собираетесь показывать обработку, используя видео, то вот такой формат нужно иметь в виду. Простая обработка положения телефона. Знаете, говоря о сенсорах, внутри есть акселерометр, и в своих приложениях, особенно в играх, хорошо бы обрабатывать положение телефона или ориентация. При этом смена она достаточно легко в виде события к вам приходит. Большинство вещей, если мы говорим, например, про Silverlight интерфейсы, там вообще автоматом пересчитывается, вам делать ничего не надо. Если мы говорим про сложные графические приложения, вам нужно просто иметь в виду, что сцену повернуть, если вы поворачиваете, если вы действительно сцену поворачиваете, если там не какое-то приложение на полную реальность. Это, опять же, я говорю, если вы учитываете смену ориентации. Вот. Сенсоры же положения вообще, они, говоря уже о версии манго, трех ипостасях тоже. Это акселерометр, это компас, который был практически всегда, но для него не было API. И это гироскоп, который есть не всегда. И, признаюсь честно, я пока телефон с гироскопом в руках не держал на индустрии в целом. Они вот только-только сейчас начинают производиться и будут скоро выведены на рынок. Самое интересное, например, два сенсора, не считая, естественно, камеры, это акселерометр и motion sensor. Ну, с акселерометром все понятно, о нем я уже сказал, и суть его работы, которую вы все понимаете, а motion sensor — это интересная вещь. Motion sensor — это, по сути, некий объединяющий в себе все сенсоры положения, которые есть в системе, учитывая гироскоп, если он есть, акселерометр и, соответственно, компас, и выдающий некую такую вот комбинированную информацию. Если, например, у вас нет гироскопа, motion sensor все равно попытается, пусть не точно, используя акселерометр и компас, выдать вам ту информацию, которую обычно дает гироскоп. В том числе там вот такие экзотические типа направления вектора гравитации, скорость вращения вашего телефона. Я так очень по-московному перевел курс Тангаши Рыскова вашего телефона. И мы с этим применим. Попробую вам показать приложение, которое
использует камеру и, собственно, гироскоп. Начинает
работать. И, как правило, люди там, слегка не могут дополниться то, что там происходит, у него же мозг там напал и там зарубил его топором. Соответственно, там самый очевидный совет в этом случае, он заключается в том, чтобы поставьте его на паузу, когда вы знаете какой-то вот сигнал, вы знаете, что игра потеряла, как говорится, фокус, да? Произошло замораживание ее в связи с тем, что пользователь занят чем-то другим. И, наконец, десерт. Немножко о совместном использовании Windows Phone 1 и Kinect. Рискну предположить, что многие из вас видели демонстрации, ну, там, на YouTube или где-то еще, где Kinect использовался совместно с телефоном. Я на всякий случай спрошу, кто не знает, что такое Kinect? Опа, ну есть такие люди, поскольку время у нас есть, я расскажу. Kinect — это устройство, вот это. Выше не могу пойти, провода мешают. Который является сенсором движения, ну, на самом деле, всего чего угодно, но алгоритм оптимизирован для человека. То есть, по сути, он может определить видео просто человека вот так, своими четырьмя камерами, какие конечности вы поднимаете, как, в том числе за счет отражения многократных инфракрасного излучения предметов, которые есть в доме, он даже может заказывать вам за спину. То есть он видит то, что у вас за спиной, хотя смотрит на вас вот так. А это позволяет делать новый класс игр, где контроллера как такового нет, даже если он нужен, а контроллером являетесь вы сами. Ну, я покажу примерно, как это выглядит. Но вот в случае с совместным использованием Windows Phone 7 и Kinect, это выглядит так, что есть человек, который играет в Xbox и Kinect, он прыгает там ваших руками и сбивает какие-нибудь предметы, воображаемые предметы, которые на него летят из телевизора. А рядом или в другом городе, в другой стране, человек играет в эту же игру, а в его, так сказать, Windows Phone 7 редакцию. Ну, а делают это с телефоном, и там тыкают пальцами в телефон, может быть, более простой с точки зрения графики игры, но при этом с похожим геймплеем. Да, ему прыгать не надо. Ну, нет у него сейчас Kinect, он в поезде едет, еще где-нибудь. Но с моей точки зрения, гораздо интереснее игры, в которых телефон является не то что полноправным участником, но в котором он является частью игрового процесса всех игроков. Такой некий условная демо, демонстрирующая основы, вообще с чего он начинает делать такую игру, я вам сейчас попробую показать. И я воспользуюсь двумя вещами. Я воспользуюсь Kinect из Загадки Windows и воспользуюсь Windows Phone 7 API, в частности Motion Sensor и Socket. Зачем мне нужен сокет? Да, за тем, чтобы просто передавать информацию с телефона на Kinect и с Kinect обратно на телефон. Вот здесь видите скриншот простого приложения, которое Windows ипостаси снимает просто данные Kinect, то есть как стоит человек, выходит, что он делает все его конечности, и передает на телефон. Это как раз случай, продемонстрированный на предыдущем слайде, ну, в форме уже настоящей реализованной игры. Давайте посмотрим другой случай. Сейчас вам придется включить воображение, потому что это демо не закончено, это не игра. Но тем не менее. Вот. Я запускаю небольшая пауза, мне нужно телефон сменить. Это тоже просто в тот режиме, который позволяет показывать вам прямо на экране. Ну и прямо здесь я вам буду показывать телефонное приложение, и вы поймете почему. Так.
Ну, собственно, прошу прощения, я должен на паузу. Я сейчас загрузил PC-шную часть, PC-шный задушен для того, чтобы работать с Kinect-ом. Сейчас загружу телефонную часть. Yeah.
там конец. Почему-то куда-то пропало изображение телефона. А, не хватает нам. Нет, всего хватает. Вот это разрешение экрана, почему-то он показывает телефон не хочет. Ну ладно, вам придется включить свое воображение еще сильнее. А в чем недостаток Kinect-а? Основной недостаток в том, что вы не можете отслеживать положение кисти. Потому что оно очень маленькое. Вам нужно стоять достаточно далеко, чтобы увидеть глаз, например, вашего партнера, если вы вдвоем находитесь. А кисть у вас довольно маленькая. И это свои ограничения несет. Например, недавно выпущенная игра, демонстрированная в Кёльне, где Мартина Хингель сыграла с Кинни Бобби в теннис, в паре, у нее есть один большой недостаток. Кинект и, соответственно, сам ПТП не может рассчитывать правильное положение ракетки. То есть ракетка — это ваша рука. И когда вы ударяете по мячу, я, конечно, в теннис не играю, но это не всегда в таком 90 градусов происходит. И, соответственно, вот эти вещи какие-то тонкие в случае с теннисом отслеживать нельзя. Ну и представьте себе другой вариант. Вы держите мячах, световых, например, уже такой. Но если брать свое внимание, там все просто, видишь, такой луч, и все. А если мы берем какую-нибудь древнюю русскую сагу, выпущенные в виде игры, там можно ударить мячом вот так, вот с выключением пополам, а можно плашмя просто по голове, и это другой сценарий. Вот эти вещи, опять же, Kinect вам в своей оригинальной ипостаси не даст. Но когда вы берете в руки телефон, и это один из концертов, можно сказать, другой, у которого есть motion sensor и соответствующий API, вы этим телефоном можете вертеть. Вот там, да, вот там циферки, что-то появляется. А, вот видите, он ушел за экран, мне не хватает этого решения, к сожалению. А я вот не догадался сделать окно ресайзера, вот. И сейчас за это уже сколько поплатился. Ну там телефон на самом деле вертится, видите, в уголке появляется, либо в его край. Я просто лечу телефон, это есть мой там, моя ракетка, которую я вот так вот ударю, или мой меч, например, ударю вот так, чтобы выключить напополам. Таких игр еще нет пока. Более того, я даже не знаю, планируются ли они. Поэтому, как это, такая ниша достаточно заполненная. А учитывая, что Kinect выяснил, что он является самым продаваемым игровым гаджетом, я думаю, что в том числе на такие игры будут. Берите Kinect, берите телефон вместо нинтендовского замечательного аксессуара, и вы, у вас будет не Kinect, и Nintendo, так сказать, потом покой. На этом я закруглю свой монолог. Можно? И готов принимать ваши вопросы. Вот я так думаю, что подобный вид игр очень сильно увеличит продажи телефонов, потому что они будут чаще там об стенку куда-нибудь. Да, да. Как Kinect увеличил продажи телевизоров, люстр, предметов мебели, так и телефон увеличит продажи. Еще вопросы? Вопрос есть? А, ну? А чем тогда отличается Kinect от технологии, например, Sony Move? А, нет. Но если вы предлагаете использовать... А, чем отличается, я в первую очередь ну, отличается, прежде всего, тем, что это сенсоры, которые... Ну, то есть вам ничего не надо в руках держать, я правильно понимаю? А телефон же можно держать? Нет, подождите, телефон вам можно держать... Как в тех играх? Ну, так вот. В тех играх, вот. Где вы все равно что-то держите. А если потом будут только такие игры? Это навряд ли. Но они же все усложняются. Они усложняются, скорее всего, так и будут. Нет, нет, ну я думаю, что будут и такие игры. Но просто игры, которые сейчас реализуются для Kinect, показывают практики, это игры, эмулирующие нечто, чем мы раньше могли такой реальной жизни заниматься. Танцевать. Правда, на компьютере тяжело танцевать с мышкой и клавиатурой. Там, не знаю, отбивать мячи, гладить воображаемых животных, еще очень спортом заниматься, конечно, прыгать и приседать. Вот суть Kinect, что позволяет отслеживать. И когда вы получаете в руки телефон, который просто позволяет точно отслеживать, ну, если совсем грубо, положение вашей кисти, вы просто получаете еще один сенсор дополнения к уже имеющимся на экране, уже имеющимся в Kinect.
Еще вопросы? Простите. Да. Вы сказали об ограничении насчет разрешения камер. Невозможно отслеживать кисть, движение кисти. Да. Вы считаете, когда это будет преодолено? Ограничение? Я думаю, что он будет преодолено. Когда я не могу сказать, с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим об ограничении вот этих вещей, которые у нас в руках, я не думаю, что это нужно преодолевать. Это вредно для геймплея. Если я мечом орудую, дайте мне хоть чего-нибудь в руки. Но... Вы можете выпустить специальный сенсор для игры, просто для одной игры, как для Guitar Hero, выпущенной гитары. Но это ограничит многообразие игр, которые будут этот сенсор использовать. Ну, вы не можете просто выпустить сенсор, а когда вместе с игрой продается. Его только эта игра не может использовать. А здесь вы просто говорите, ребята, вам нужен Kinect, который есть там уже очень много, и ваш телефон. Больше ничего. То есть, обход в ограничение осуществляется использованием телефона? Я бы сказал, что обход в ограничение с использованием телефона, он интересен для геймплея. И для продажи. Что почитать? Я вас написал все то, что, о чем я вам сейчас рассказал. Вот два замечательных адреса, который является Платоновским первого. Creative.com — это Application Hub, такой центральный портал для всех разработчиков под мобильной платформой Microsoft и под XMA. Скачивайте дело только вы, они ничего не стоят, просто скачивайте, помогайте с эмулятором. Если вы вдруг решите что-то интересное сделать, обязательно нам об этом скажите, кстати сказать. Есть сайт, так называемый XMA Creators Club, он несколько претерпевает преобразование, но довольно полезен своим контентом, дает там есть много примеров, так называемые стартер-киты, и потихонечку они на релиз 4-го XMA все примеры переводят. Полезные ресурсы для тех, кто хочет быстро стартовать, советую на tgrace.ru почитать статьи Ивана Андреева, наш MVP по XNR. Вот с помощью его статьи вы просто очень быстро сможете стартовать в использовании XNR. Ну, есть у нас такая группа интересных XNR.ru, множество разработчиков, там есть форум. Наконец, бывает полезно читать блог команды разработки XNR. Тестирование приложения. Устройств пока не очень много, когда они вот-вот, я так уже на неделе в счет появится в России. Тем не менее, если вы сомневаетесь, нужно ли вам покупать устройство под Windows Phone 7, а игру разработать и какое-то приложение руки чешутся, разрабатывайте, присылайте нам просто название, описание приложения, скриншоты и желательно, если это возможно, видео работы в эмуляторе. Там на YouTube, блядь, лучше, еще на другой сервис. Они проверяют один телефон, чтобы протестировали на устройстве, потому что любое приложение требует тестирования реального устройства, чтобы понять, как пользователь будет с ним взаимодействовать, какие-то баги выявить, но про игры я уже не говорю. Плюс, если это будет известное приложение, мы вас поддерживаем в публикации и продвижение в нашем магазине приложения Marketplace, чтобы его увидели все люди, ну, потому что это хорошая игра и хорошая программа. Еще раз спрашиваю вас, есть ли у вас вопросы. Ну, пока вопросов нет, я сэкономил всем 8 минут жизни. Есть один вопрос. Не получится 8 минут. Слушай. Microsoft долгое время говорил, что под Linux не выгодно разрабатывать приложение, потому что доля для операционной системы очень важна. Сначала продаж Windows Phone, ее доля в мобильном рынке упала с 6 до 2%. Какой смысл разрабатывать приложения какие-либо под Windows Phone, если перспектив их продать вообще никаких? И, судя по всему, доля будет дальше снижаться. Судя по чему? Отвечу вопрос на вопрос. По отзывам, не Microsoft, не людей, как-то связанных с Microsoft, а независимо. Но, скажем так, отзывы бывают разные, я скажу, каков смысл. Есть у нас замечательная платформа Android, ну, которая, кстати сказать,
многим считается ипостаси Linux, наверное, да, таковой и является. А причем зарабатывается множество приложений, и все равно, что продается очень много телефонов. Это факт. Но при этом, опять же, по отзывам некоторых разработчиков, которые только начали продавать приложения на Windows Phone, они говорят, что самое дело, мы умудрились за 3 месяца продаж на Windows Phone заработать столько же денег, сколько за год на Android. Это просто говорит о неком, как ты говоришь, про профиле пользователя. Типично, там, готов он платить деньги или не готов. Это одна сторона. С другой стороны, несмотря на такой медленный старт с точки зрения роста доли Windows Phone, а, кстати, неправильно сравнивать доли Windows Mobile и Windows Phone. Нет, я не знаю. Доля Windows Phone не могла упасть 60% доли, потому что... нет, когда говорят про эти цифры, это говорят, что доля мобильной платформы Microsoft. То есть у нас было 6% с Windows Mobile, потом мы прикрыли ее, перестали заводить телефон с Windows Mobile, все сейчас пытаются это остатки со складок распродают. Тенденция, что мобильная платформа, пускай даже Windows Mobile, она все равно вот это прибавит нам парк. Да, когда вспоминаем про независимые источники, я честно предположу, что Гартнер, второе агентство не вспомню, но еще одно, достаточно, которое всех насыпает, но два самых крупных агентства, которые занимаются аналитикой международной, они утверждают, что к 2013 году у нас будет минимум второе место по доле мобильных платформ. И многие словно этому верят. А почему сейчас нужно? Наверное, сука, это вопрос. Основная суть вопроса в вопросе, почему сейчас нужно начинать разрабатывать. Потому что это новый рынок, с точки зрения продаж и количества приложений растет, он все еще остается очень маленьким. 30 тысяч приложений это ни о чем по сравнению с App Store iPhone. И как следствие, те, кто предупреждает сейчас, да, что ж так говорить, они могут действительно проиграть. А мы сейчас не уходим и не боимся. Ребята, мы по-любому выиграем. Но мы сами на эту игру достаточно большие свои ресурсы, достаточно большую ставку делаем как компания. Соответственно, те, кто сейчас придут туда с нами и начнут с нами работать, они основные сливки снимут. Быть первыми это всегда выгодно. На любом рынке. Поэтому они или снимут сливки, или проиграют. Можно проиграть. Это в любой игре так. В любой игре, абсолютно. Кто с ней бизнес? Это случайность такой. Ты либо выигрываешь все, либо теряешь время. Причем мы-то теряем гораздо больше, чем вы. Вы, я имею в виду, разработчики. Потому что это не тот проект, который может там в очередной раз закрыть. Как это с некоторыми бывало, как это происходит сейчас у многих компаний, в том числе крупных. Спасибо за внимание. Я еще некоторое время буду тут, если кто-то не решит.